Прошло 3 дня, как мы начали этот объект. Все идет не совсем так, как задумывали, но то, что есть. Получили вот мусорный ящик, выкопали яму. Сейчас все увидим. Привезли бетон. Бетона здесь на 2 ямы хватит, а одна яма отменилась, так как мы решили внести коррективы в проект. И дешевле, и достаточно жесткости будет. Так, вот уже полов нет здесь. Полы в мусорке. Эта сторона у нас отменилась, а эта сторона выглядит вот так. Сейчас здесь будет жарко. Сейчас в одного буду принимать бетон, сам мешать, сам таскать, сам выравнивать. Примерно 35 мешков может уйти. Вот такая вот закладная будет ставиться, это, на нее станет пост, который пойдет сюда, вот сюда. Бам, до металлического бима. Сверху наблоковано все, так что туда вторая часть колонны пойдет уже сверху. Ага. Так. Что в доме произошло? Ну, сейчас все уже убрано, все чистенько, а до этого было не очень. Вот эта сторона у нас меняется, но ее тоже не зря открыли, потому что здесь пойдут провода транзитом на 3-й будущий строящийся этаж. С бейсмента от панели пойдут по этому же желобу новые провода. Вот здесь станет колонна, которая пойдет отсюда и вон туда, на самый верх. Все прорезали. Прорезали, громко сказано, прорезал. Вот так вот. До последнего момента было неясно, будем мы делать бетон или не будем, потому что должен прийти инспектор и проверить, как подготовлена яма под бетон. Инспектора ушли на карантин. Вот. И наш инженер, как бы, имеет, оказывается, легальное право тоже ставить свою подпись под свою ответственность. Что он и сделал. Ну все. Вот что меня ожидает сейчас. Вот это должно оказаться вон там.